итогам исследования одного из сервисов бронирования отелей, в июне Волгоград вошел в топ-10 городов для проведения трехдневного отдыха. Самый большой приток туристов наблюдался в конце первого летнего месяца, во время проведения молодежного фестиваля 3-4. Помимо Волгограда в рейтинг вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород, Карелия и Ростов-на-Дону. Администрация Волгоградской области отмечает, что развитие туризма – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Для гостей созданы все необходимые условия для комфортного пребывания в городе-герое.